Пронзительные глаза, искрящаяся энергия, дружелюбность по отношению к людям. Мода на хаски вполне объяснима. Не только в кино, но и в реальной жизни у людей появляется все больше собак этой древней породы. Но у такой популярности есть и обратная сторона медали. Хаски чрезвычайно активна, и стать ее хозяином по силам не каждому. Никогда не продам щенка человеку, который попросит собаку из фильма. Никогда не продам тем, кто покупает щенка для своих родителей-пенсионеров, живущих в деревне, чтобы мне было скучно. Никогда не продам сверхзанятым людям, которые скажут, что им некогда уделять внимание собаке. Обратившись на популярный сайт объявлений, можно найти массу предложений о продаже хаски. Цены кусаются в среднем 20-30 тысяч, а иногда и значительно выше. Но даже это не останавливает людей, влюбленных в породу. К сожалению, симпатия может пройти, когда энергии хаски не дают выхода. В результате собак выгоняют из дома, и они скитаются на улице. Эта хасочка уже несколько недель бегает на Петровском проезде. Очень контактная. Говорят, хозяин ее выбросил, оставив щенков. Хозяин у этой собачки объявлялся и детей от нее отгонял палкой, а потом эта собачка вновь без хозяина гуляла. Собака очень дружелюбная. Хозяин неадекватен. Неоднократно с ним лично общалась по поводу собаки. Результата, как видим, нет. Дальнейшая судьба таких животных под вопросом. И хорошо, если они окажутся в приюте. За последний год-полтора у нас было больше десятка хаски, как бы. Сейчас на данный момент осталось 3 хаски и 1 маламут, совершенно шикарный. До сих пор непонятно, почему он у нас сидит, потому что замечательный пес Алтай. Ну так вот люди как бы разбирают, и слава богу, еще не было ни разу, чтобы возвращали. Одна хаски появилась в приюте домашней месяц назад. Ее привезли из отлова. Печальная судьба никак не ожесточила собаку. Она, наоборот, очень контактная и жаждет общения с каждым, кто проявил к ней внимание. Хаски очень подвижны и неутомимы. Им нужны серьезные нагрузки и длительный выгул. Хозяин такой собаки должен тратить на прогулку со своим питомцем хотя бы 2 часа в день, а лучше 3-4. Тогда собака не будет никаких проблем. У хаски прекрасный интеллект. Главное сразу установить границы дозволенного. По словам заводчика, секрет гармонии в отличном воспитании и постоянном внимании к своему питомцу. Хаски – ездовая собака. И как всякая ездовая собака, прекрасно умеет ездить на шее своего хозяина. Садится на шею быстро, окончательно, бесповоротно. Еще будет хвостиком вас подгонять, чтобы вы ее лучше на этой шее возили. Опять-таки, воспитание, дрессировка и все, что будет нельзя взрослой собаке, нельзя щенку. Тандем создается трудом, каждодневным, упорным. Но тогда вы получите собаку своей мечты. Тех же, кто пока на пути к своей идеальной хаске, ждут в приюте домашней. Здесь можно познакомиться с любой собакой, взять над ней шефство и при желании забрать четвероногого друга домой. Двери питомника открыты для всех людей с добрым сердцем. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.